Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. У нас закончился турнир, и мы забираем свой приз. Так, ну что, Лига Мастеров 3 звезды. Это стандарт. Сюрикены. Так, 50 ДНК на Супер Шреддера. Я, кстати, вас, друзья мои, поздравляю, кто добился таких успехов. И, надеюсь, кто-то уже открыл себе Супер Шреддера. Или же прокачал. Так, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Отлично. Так, друзья мои, это еще не все. А почему? А потому что... Та-дам! Да, друзья мои, перед откатиком я решил все-таки еще раз попробовать пофармить. И, как видишь, мне выпало 2 ДНК на нашего бибопа классического. И поэтому, естественно, я буду его переводить в золотой ранг. Ах, красавчик. Так, надеюсь, у меня всего хватит, и мы с тобой получаем бомбейшество. Это бибоп, самая настоящая бомба. Просто его бомбейшество. В начале хода его есть вероятность 5% увеличить силу атаки на 50% в течение одного хода. Шикарно, шикарно. Так, для того, чтобы прокачать его дальше, нам нужно с тобой... Все это есть. Все это, друзья мои, есть. И он получает 4 золотые звезды, друзья мои. Вот это вот я называю супер-пупер прокачка. Фу, ну что же, теперь, друзья, у меня нет больше серебряных. Все в золоте, абсолютно все. И это круто. Конечно, бибоп пока отстает, но он отстает у нас и по звездочке, да, и, конечно же, по уровню. Но это все исправится в ближайшее время. Так, ну что, мы с тобой сегодня идем на буст, как я и обещал. Так, давай-ка мы здесь с тобой Кирби заберем по-быренькому. Так, задание пока, наверное, не будем трогать. Сразу... Ох, твою ж налево, друзья мои. Вот это подарочек. Вот это действительно супер-пупер подарок для меня. На турнирке разыгрывается крэнк собственной персоной. Ну что может быть лучше для меня, по крайней мере... Ничего, но если бы только кролики еще разыгрывались бы, я был бы также рад. Ну, крэнк. Так, сколько у нас не хватает до фул прокачки на крэнга? Сейчас мы с тобой глянем. Сейчас мы с тобой глянем, приценимся. Так, я, наверное, уже промотал его, нет? Так, вот, друзья мои, смотрите, у нас 42 ДНК. То есть, грубо говоря, мне нужно еще 58. За полное прохождение, да, мы с тобой получим... 50. Где-то надо будет еще 8 на скрипсти. Но, в принципе, ребята, 8 это, извини меня, не 50, согласись. Я надеюсь, будут испытания, может быть, в ближайшее время, где мы с тобой сможем этого крэнга выловить. Ну, 50 ДНК это очень круто. Так что, ребята, погнали прямо сейчас. Фух. У меня аж такой, знаешь, оптимизм. Я был рад за Шреддера для вас, что его ввели. Ну а теперь крэнк, конечно же. Ну что, ребята, вот у нас Лига Воинов 11-11, и мы сразу бежим. Как ты видишь, у нас 17-19 ранг. Для нас это, естественно, сосуночки. Ну, в плане того, что они слишком слабенькие, и мы их разберем без каких-либо проблем. Ну что, бибопчик, бибопчик. Ну, если честно, вот мне нравится, как выглядит вот этот бибоп. Такой, знаешь, чисто байкер, да? Вставочки у него такие, шипы, тут грива, хвост, очки вон им. Смотрится он, конечно, круто. Донни получил. А давай мы бросим с тобой просто гранату. Бумс. Шикарно. А этот больше такой, знаешь, как дворовый бандос выглядит. Такой, знаешь, шибает деньги по дворам. Ну, когда-то еще там 80-е годы вот эти вот панки были, вот он на него похож. Именно в Америке. Ну что, друзья мои, воин 2 звезды. Никто даже в этом и не сомневался. И мы продолжаем. Ух ты, 11-12. Так, 21 и 20 уровни. Для нас это, ребята, семечки. Просто семечки. Мы будем сейчас их разбирать одного за другим. Так-с. Ну, я начну, наверное, с Бакстера. Фу, я там майки стоял. Ладно, ничего страшного. Ну-ка, Эйприл, давай своим телепатическим. Да ну ладно, ну да серьезно же. Ну... Даже не успела пробить. Ну-ка давай. А, саблезубчик у нас просто полетел своими этими роботоножками. Пошинковал его и будь здоров.
Кстати, если кто не знает, что саблезуб вот этот вот, да, это Ксевер Монтес, который у нас с ножами-бабочками бегает. Он попал в мутаген, превратился вот в такую рыбу. И Бакстер Стокман ему вежливо, так как он изобретатель, сделал вот эти вот ноги, на которых он теперь перемещается. Так, ну что, 11-12, а может быть дадите мне вдруг 12-13, а? Не, наверное, не будет такого счастья. А хотелось бы, ой, как хотелось бы. Бустим же все-таки сегодня. Поэтому попытки не пытки. Ать, а я тебе что говорил? Ха-ха, вот то-то и оно. То-то и оно, что мы с тобой нашли все-таки суперский подход. 12-13. Уровень, конечно, наших противников тоже растет, но от этого и веселее. Ну что, поехали. Начнем, наверное, с баллончика с тобой, да? Туч. Зашибись начали. Просто Мундагеков здесь всех завалил. Ну там чуть-чуть не добил, конечно, одного, но баллончик его сработал. Но опять же, ребята, это все из-за уровня. Уровень здесь, конечно, рулит, но скилл рулит больше. Ну что, мы уже в элите. 100 ступенек ровно пролетели. Погнали дальше. Так, 12-13. Может быть, нам дадут здесь что-нибудь посерьезнее, например, 13-14, к примеру, да? 13-13 вряд ли будет. А вот 13-14 можно было бы, наверное, выбить. 12-14, ёк-макарёк. Вот, берем с тобой 12-14. Это пока максималка, которую мне могут выделить. И здесь мы с тобой видим, ну что, ну, носорог, ну, Кирби. И все это заправлено 23 уровнем. Естественно, для нас это, фу, растереть и выкинуть. Ну что, погнали. Начнем, наверное, с Кирби. Ты че упал? Так, теперь пощечину на тебе, Майки. А если вот так вот? Из пукалки? Тыч. Угу. Тогда дрончика вызывай. Давай, Донни. Шикарно. Железноголовый вместе с Рокстеди упали вместе. Синхронно, как прям пловцы. Ну, а мы с тобой, естественно, продвигаемся дальше. С 86-й позиции мы переходим на 7-ю. О как. И глядим, глядим, глядим в оба. Давайте мне 12-14, вы уже мне давали. Так что 12-13 как бы для меня уже не котируется. Есть такое дело. Уровень уже 27-й. То есть быстро нас противник нагоняет. Но пока ничего страшного нету. Блин, ну как же я рад, что на этой неделе у нас разыгрывается крэнк. Такой маленький подарок к Новому году от игры. Ну что же, давай сделаем массовую атаку нашими кроликами. Хорошо бомбанул. Так, слэш добил. Ну давай вот так вот. Пэм. Самое удивительное, у него вот здесь вот рука. Каким же макаром он бросает шипастый шар? Хотя у него там насадки, по-моему, меняются на этой, на руке, да? Ну что, элита 2 звезды, а местечко 46-е. Кстати, у нас 128 монет, надо будет купить ДНК на Шинигами. Так, 12-14, а может быть дадут все-таки... О, 13-15, так, я увидел, что есть такое дело. Так что давай попробуем получить. Все, начинается фул команда. 5 на 5. Слушай, у них быстро уровень растет. Уже 32-й, прикинь. Мы еще на 55-х танцуем, а у них уже 32-й. Они нас очень быстро догонят сейчас. Это называется, ребята, буст. Поехали. Тыч. Ну, хотя бы оглушили, ладно, нормально. Так, давай-ка мы теперь муху эту попробуем гасануть. Отлично. Так, теперь масуха. Прекрасно. Так, этот на постепенке. А, мы ему вот так вот сделаем, массово так. Все, кожа головой. Ну, мне нравится, когда он ложится на землю. Вот этот кувырок его всех сразу задевает. Отлично. Ну что же, мы продвигаемся дальше и смотрим. Да, элита 3 звезды. Отлично. Значит, сейчас уже скоро будут самураи. 13-15. Давай попробуем выудить. Ну, не знаю, 13-16, наверное, не дадут. Хотя, кто его знает. Попробуем пару разиков, да? О! Дадут.
И уровень уже 37-й, 38-й даже тут есть. Ого. Так, ну у нас есть Леонардо 55-го уровня, который бросает свое саке, да? А может быть там какой-нибудь нектар у него божественный, который запрещает врагам лечиться, но зато лечит нас. Вот она, фляжка эта. Бумс. Нормально тогда? Шмякнул. Ну и Леонардо следует только лишь добить их, что он с превеликим удовольствием делает. Так, пока идем вообще изумительно. Налегке, но скоро, я думаю, уже будет напряженка. Так, а вот и самурайчики. Поздравляю нас. Давай смотреть дальше. 13-16. Отлично, берем эту команду. Хотя можно было бы взять и 34 уровень. Там, в принципе, враги слабее, а кубки те же. Но я взял посерьезнее, 38-х. Даже 40-е тут есть, ё-моё. Ну-ка, давай-ка, вызовем наших болванов. Нет, что-то не то. Ну-ка, Лео. Уже получше. Так, Шредер осел. Давай щитом ему. Пумс. Прекрасно. Ну что, двигаемся с тобой далее. Двигаемся далее, пока никаких запиночек нету. Идет все ровненько. Так сказать, на одном дыхании. Единственное, что да, мы с тобой сейчас не будем так быстро перелетать от звезды к звезде. Но это не помеха нам. 14-17. Вот я возьму, наверное, вот этих вот ребят. Видишь, 42-й уже уровень. 42-й, а мы еще до сих пор на 50-х танцуем. Вот он, ребята, Ксевьер Монтес, который после того, как попал в мутаген, превратился в саблезуба. Ну что, роднубки, сделаю-ка я вам дебаф для начала от хана. А теперь вот так вот. Майки, что-то как-то ты слабенько бомбанул-то, если честно. Да ладно. Ну-ка, Кирби. Хорошо. Так, кто нам тут? Ну, давай вот так вот сделаем. Пумс. Не попал. Вот так вот. Минус Донни и минус Крис Брэдфорд. Да, немножко тут пришлось как бы... Ну, ты видишь, да? Противник по уровню растет. Соответственно, мне его тяжелее теперь разбирать. Итак, мы с тобой переходим на Самурай 2 звезды. 67-я позиция. Погнали дальше. Так, смотрим. 14-17. А вдруг? Давай-ка попробуем. Вдруг... Во! 14-18. Что-то мне кажется, что у нас уже маловато остается бойцов. Как-то очень быстро летит. Или я уже просто так на ажиотаже не замечаю этого всего. Но тут, прикинь, у нас команда из одних черепашек, да, пускай из разных этих мультивселенных, да. Но главное, что все черепашки. Прикольно смотрится. Так, ну-ка давай. Еда. Питание, да? Вкусное питание от Криса Брэдфорда. Спортивное, точнее. Тьфу. Да что ж ты будешь делать? Я думал, добьет. На, лови кланфутовца. Вот это, конечно, круто придумано. Что он его берет и типа из-за шкварник бросает. Это ж надо было так еще додуматься. Откуда-то взял еще. Так, ну что же. Сейчас мы, наверное, перейдем с тобой уже на следующий... Не, вряд ли, вряд ли. Вряд ли, ребят. Вот после этого поединка, да, перейдем с тобой в Лигу Самураев 3 звезды. Ну-ка, смотрим. 14-17. А я хочу получить 14-18. Угу. Получаем. Раз, два, три, четыре, пять. Смотри, у них уже 47 уровень, а мы 56. Разница в 10 левелов. Это минимальная, я тебе скажу. Минимальная разница, ребят. Сейчас можно даже и сфейлиться. Если какая-нибудь небольшая ошибка будет за нами. Так, ну-ка давай осколки бросай. Угу. Ну, шинигами. Ой, шинигами, кунаичи, конечно же. Ух. Ух, как она жарила-то, а. Все упали. Нормально.
Ну вот теперь, я не знаю, наверное, не стоит рисковать. Наверное, придется нам брать с тобой подстраховочку какую-то. Так, ну что, самурай 3 звезды. Четенько. И пора бы нам уже, наверное, получать 14 или 15-19. Как там идет? С какой периодичностью прибавочка? Потому что 14-18 мы уже 2 боя с тобой отыграли. Вот. Вот, видишь? 15-19. Уровень уже полтинник. Ребята, они нас уже догнали. Так что я не буду рисковать. Я возьму уже одного из топовых персонажей для подстраховки. Я не думаю, не надо никому объяснять, зачем это все делается. Потому что на равных, честно, сыграть не получится. У них все равно будет преимущество передо мной. Даже в этом случае, потому что, смотри, он вешает иммунку плюс Эйприл, видишь? Если мы ее сейчас не бомбанем, а я сомневаюсь, что мы ее сейчас сможем пробить. Блин, я не помню. Давай вот этим ударом. Давай, попробуй, Донни. Красавчик ты мой. Получилось у него выбить душу из Эйприл. Прекрасно. И давай кофемашину используем с тобой. Четко. Да, ребята, справились, но опять же, очень помогла нам здесь Карайка. Если бы ее не было бы, думаю, мы бы здесь провозились бы очень долго. И, возможно, даже ушел бы неполный состав. Так, 16 место. То есть мы готовимся уже к Лиге Сёгунов. Нет уж, друзья мои, давайте ко мне 15-19, как и было. Так, возьмем, наверное, вот эту вот команду. 52-е. А, ну все, мы уже перешли с тобой на 60 уровень, так что не надо никого брать. Тут уже самодостаточная, так сказать, команда, которая может за себя постоять. Тем более здесь и провокация есть, две даже штуки, плюс хил. В общем, то, что нужно. Так, давай-ка. Я надеюсь, Мондагек не будет сейчас бросать свою пробирку и закрывать нам. Ага, он ускоряет. Он мог бросить баночку эту свою, да, скляночку, и повесить немоту. Сайленс. Ух, Крис Брэдфорд упал, как хорошо. Так, Лео, что там делает у нас? Скорость или что-то там, я не могу понять. Так. Понижение атаки. Пита, наверное, надо шлепнуть. Потому что он хиляет. Уже не будет ничего делать. Ну куда ты, родной? Ну куда ты побежал? Ну что ты? Что ты делаешь-то? Ага, все-таки бросает. Так, хиляться, может быть, нам? Ну, давай хильнемся. Все равно от мухи сейчас пока толку мало. А ну-ка. Ее свое запускает. Угу. Пробьем. Так, а теперь я хочу вот плечом этого звездануть. Ты посмотри-ка, а валуном если? Да, против валуна, конечно, не выстоял. То есть валун крепче, да, получается, чем плечо этого острозуба. На тебе плевок кислотный. Да какой крутой, я крепкий прям, я не могу, ну-ка. Молодец, Рафаэль. Ну, Рафаэль, естественно, сам по себе очень сильный, малый, поэтому и раскромсал, точнее, добил. Так, ну что, мы двигаемся дальше и переходим в Сёгуны, конечно же. Конечно же, друзья, Сёгуны. 15-20 сразу нам выпадает. 54-й уровни. Но мы пока сами справляемся. Нам никого не надо. То есть уже им нас, по-моему, не догнать. Как бы они ни старались, ничего у них не выйдет. Ну что, суперудар, поехали. Тыдыч. Но не упали. А вот сейчас парочка упадет. Фига себе парочка. Упали все, кроме одного. Ну я так, ребят, навскидку уже сказал. Я же не могу знать точно, кто упадет, а кто останется. Но я решил, что упадет парочка. Так, какое местечко? 25-е. Окей. Так, 15-20. А вдруг дадут 15-21? Может такое, а? Что-то кажется, нет. Ниже могут дать. Блин, может быть, не надо искушать судьбу, а? Давай согласимся на 15-20, а то еще дадут тебе 15-19 и стой потом роль. До потери пульса пока тебе дадут.
Ну что, здесь паук со своей, естественно, паутинкой. Ну, вначале вырубаем, конечно же, морозилку. Окей. Теперь паутинка. Нормально. Так, кого нам вырубить? Наверное, Дони надо гасануть. Шикарненько. Теперь. Ну-ка, пробьешь? Да ладно, Тимати, что ты, как я не знаю. Вот, бери пример у Змейка Вьюна. А этот в инвиз уходит. Постоянно, когда он остается один, он почему-то уходит в инвиз. Я не знаю, ребят. Скажу только одно, что если ты один на поле боя, то не стоит тратить на инвиз, потому что в любом случае тебя увидят. Ты один персонаж, тебя, естественно, будут бомбить. Ну, а мы с тобой уже все у нас две звездочки. Так, давай-ка попробуем взять 15-21. Чувствую, что должны дать. Потому что мы с тобой хорошо идем. Неужели не дадут, а? Ты смотри-ка. Ай-яй-яй, сопротивляются. Очень-очень сильно сопротивляются. Не хотят давать. Н-н-н. Я, конечно, еще попробую тут помызгать. Нет, не дают. Ладно, друзья, придется смириться. Ну, не дают, что я могу сделать. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, а у нас бойцы-то заканчиваются. Вроде бы мы с тобой так хорошо бустовали. Все, мы шли без потерь. Высокие ранги брали. Но почему-то именно в плане, докуда мы с тобой добрались, именно в повышении. И я считаю, как-то слабовато. Обычно мы там с тобой, ну, Лига Сёгунов 3 звезды, где-нибудь 50-я позиция. Это в самом худшем варианте. Здесь у нас немножко по-другому получается. В данный момент мы с тобой в Лиге Сёгунов даже 3 звезды пока еще нет. Ну, правда, мы еще не всех отыграли, но, по-моему, сейчас будет последний поединок. Интересно получается. Так, 16-21. Вот это я искал. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, еще два поединка. Все, ребят, ну я не знаю, пройдем ли мы с тобой. Ну, как бы, пройти-то пройдем, но какое место и докуда мы вообще доберемся с тобой? Сейчас проверим. Сейчас все это мы посмотрим. Мне кажется, вроде бы как бы бустимся. Все хорошо, все идеально. Но где-то то ли нас опять обманывает игра, то ли что-то не додает нам. Как бы тебе объяснить это? Именно по кубкам, именно по самому продвижению, как мы двигаемся, мне кажется, где-то зацикливается. Ну-ка. Во, смотри, мы даже не переходим с тобой вообще. Блин, а у нас поединок с тобой остается последний. Да. Странно. Ну, в Лигу Сёгунов мы с тобой, конечно, обязательно попадем. То есть, как я считаю, и в принципе мы вместе с вами считаем, что если мы попали в Лигу Сёгунов, то это уже удачный буст. Вот здесь я немножко припупел. От Супер Шреддера выжил Слэш с, ну, немножко, конечно, здоровья у него, но он выжил. Он 62 уровня. Как? Как он вообще умудрился выжить? Я не понимаю. Он обычно фейлится где-то на 67-х, 65-х уровнях. Ну, 62-й. Конечно, он постепенно урон повесил, но он его не уничтожил сразу. Так, друзья мои, ну что, Лига Сёгунов 3 звезды, 66 уровень. Как бы я могу тебе сказать, что буст удался, но хотелось бы, конечно, прогресс посущественнее. Я бы, наверное, был бы доволен, если бы у нас был бы ранг 50-й, а лучше где-нибудь 35-й. А лучше, конечно, бы, если бы нам хватило до Лиги Мастеров, я был бы вообще счастлив. Но такое у нас было всего лишь один раз за игру, за всю. Или два. Максимум, по-моему, максимум два раза. Ладно, ребята, грех жаловаться, все хорошо. Ну что, теперь нам можно выполнить, в принципе, вот эти задания. Погнали. Раз, два, три, четыре, пять. Быстренько с тобой пробежимся, а? Потом, я надеюсь, у нас мутагена хватает, чтобы прокачать еще один уровень нашему Микеланджело. Ну-ка, ракеты, к бою. Четенько. Вот эта вот локация, мне кажется, она, ребята, самая глюканутая.
потому что все рябит, все какое-то такое вот непонятное. Даже когда мы с тобой, помнишь, валили босса этого маузера гигантского, да? Именно на этом уровне он же глючит, когда начинает орать. Так что этот уровень сам по себе какой-то глюканутый, именно вот этот, который нарисованный, как в комиксе, типа. Откуда, типа, взялись эти черепашки-ниндзя оригиналы? Именно вот с этой вселенной. Так, ну что, мы с тобой прошли серию испытаний. Забираем с тобой награды. Так, и переходим к поединкам. Так, мы ищем нашего паукуса. Навыки. И нам нужно еще с тобой три комикса, да, получается. Один нашли. Второй. Второй. Ну, давай третий. Третий комикс есть. Ну что, прокачиваем? 5000. Ну тогда нам не хватит, скорее всего, ребята, прокачать уровень майки. Ну и шиш с ним. Так, шестая ступень. Здесь нам нужно два вот этих вот джойстика. Фиг называется, ты получишь эти джойстики, да? Ага, один есть. Ну давай второй-то, чего вы жметесь-то? Два джойстика. Так. Четыре, опять четыре этих комикса, что ли? Ну да. Опять эти зловещие мертвецы. А нам выпадает с тобой крышка люка. Ну, все, ребята, у нас выполнено задание. Давайте-ка быстренько с вами, наверное, заберем. Раз, два, три. Так, идем в магазин. В предметы, монеты. Шинигами, радость моя, иди ко мне. Опа, 81 ДНК. То есть нам еще нужно 19. И все, мы ее прокачаем, по-моему, по фулочке, да? Здесь у нас ничего нету хорошего. Здесь нам тоже ничего не надо. По жетонам у нас пока все кисленько. 220 нужно нам, 530. Хотя на самом деле, мне кажется, лучше всего искать вот этих. Вот именно этого Рокстеди, именно вот этого Бибома. Почему, ребят? Потому что они выпадают, по-моему, вообще очень редко. Я даже не помню, выпадают ли они вообще где-то. Эти-то понятно, можно фармить. А вот этих вот не помню, если честно. И, наверное, нам никак не посмотреть, где они, да? Где они выпадают. Так, ну что, по-моему, все, друзья мои. Блин, так жалко тратить. Че, а, мы можем прокачать, у нас хватает. Жалко так сливать эти 50 ДНК. Я просто помню те времена, когда я фармил Супер Шреддера. Ну а теперь будем фармить с тобой Крэнга. И это будет круто. Так, а что я переживаю? Подожди-ка, у нас какие тут события? Так, городская война, тени на солнце. Это, ну, Шинигами, ребята, здесь есть. Это круто. А сцены насилия? А вот сцены насилия мы с тобой даже трогать не будем. Да, если бы тут был хотя бы у нас этот Рафаэль, да, видение, то можно было бы пофармить, потому что он нам нужен. А эти черепашки у нас все есть, поэтому остается лишь только городская война тени на солнце. И это мы с тобой уже будем проходить в следующей серии. Ну а на этом, друзья мои, я буду закругляться. Как вы считаете, удался буст или нет, пишите об этом в комментарии. А вам всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.